И снова здорово, всем привет, с вами Олег Алабудин. Мы проходим мануальную терапию, сейчас покажу вот отличие мягких и жестких техник. Например, есть техники совсем мягкие, вот, допустим, ну-ка наклони голову, допустим, вот седьмой позвонок мы нащупываем, ну, у тебя вот этот вот. Как проверить, седьмой это или первый грудной, я уже говорил, да? Вот на повороты. Седьмой уходит. Он уходит туда, да. Так упирает, значит, это седьмой. И вот так вот он в стороны больше загибается, чем первый грудной. Вот, почти не шевелится. Вот он, седьмой. Седьмой, мы обнаружили, он немножко вот торчит в эту сторону, вправо, да? То есть ротирован против часовой стрелки. Значит, мы в него упираемся, и практически без щелчков, вот, не знаю, видно он, да? Чуть-чуть, вот видите, он сюда упирает немножко. То есть нам с этой стороны надо растянуть голову сюда, нет, вот так поворачиваем голову. И почти без щелчков будем поправлять за счет силы мышц. Смотри, я туда давлю, а ты сопротивляешься, вращая голову в противоположную сторону. Это слабо. Слабо, да. Все, 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 хватит. Еще давай. Ага, и еще больше угол. Еще больше угол. Слабо давишь. Давай, вот так чуть-чуть. Угу. И еще разок. А тут сильно прям не надо. Не надо. Тут надо на 70, на 60-70 градусов усилий. Понял. Вот. То есть это пир тот же самый. Раз. Все. Отпускай голову. Расслабились. И наклоняй вперед. Чего? О! Встал? Встал, да, да. Видите, даже без щелчков получается. Но если не видишь, можешь пощупать. Вот. И, например, второй позвонок, да, шейный. Немножко, нет, сам не крути, сам просто расслабился. Также проверяем на наклоны, на кивок и на ротацию. Вот сюда он больше выходит, не болит здесь? Нет. Нет. Теперь жесткие методы, да? Ложись на спину, головой сюда. Вот слегка размяли, да? И теперь есть разные приемы, я вам уже показывал, да? Вот такой, например, прием. Вытягиваем его. Потом с ротацией. Вот такой, да? И еще один прием через челюсть. Тут надо поймать угол. Вот примерно вот такой. И. А! Ух! Блин, для себя. Главное поймать угол и расслабление человека. Вот так вот целимся, чтобы прямо в него попадали ему челюсти. О, было. И вот он встал. Вот, то есть надо, руки должны быть чувствительны, да, чтобы вы поймали, когда мобильность головы ослабла, прям провисает. В пот бросил, да, в жар бросил. В жар даже бросил, да. Но это парасимпатическая наша система так работает. Действует. Все, человек отойдет буквально через 2 минуты, все будет нормально. Да. Теперь покрутил головой влево полностью. Да, да, действительно вспотел сразу. Вправо. Ну, нормально поворачиваться, да? Нормально. И сюда хорошо, видишь, вот практически полностью поворот на 90 градусов. Видите, мы увеличили мобильность. Вот. Пользуемся разными приемами для разных случаев. Да? Кому-то полегче надо делать, кому-то посерьезнее. Да? У кого-то настолько воспалены мышцы, что вы не сможете провести вот этот трастовый прием. Да? Тогда используем пир. Ну, пир может быть вообще разный. Ну-ка, давай повернись на живот. Сейчас покажем просто уже не шею, а, допустим, лопатку. Проверяем, например, вот тут. Больно? Виновато, да. Он тут есть, да? Да? Вот, как бы мы действовали обычно? Массажист, значит, начал бы растягивать, да? Растирать и проминать глубоко. Можно точками действовать, методов вообще очень много, да? Можно хиджаму сюда поставить. Мануальчик, он бы стал бы продавливать вот так вот. Ну, давай голову в другую сторону. Чтобы оно там хрустнуло. А есть методы пира, постизометрической релаксации. Кладем руку вот так. И теперь смотри, поднимай плечо вот сюда.
я давлю вниз, а ты поднимай. Все, опускаем. Еще. Опять вдох? Да, вдох. Поднимай. Выдох. Вот. И каждый раз мы увеличиваем угол падения. Сейчас, еще раз. Вот так. А, еще раз поднимай. Вот уже сложнее, да? Опускаем. Еще раз. Ну вот все. Три примерно положения таких. Три положения вот таких. Вот еще раз. Давай, вдох. Там прям не напрягайся на. О, хрустнуло, слышал? Даже хрустнуло уже, да. Вот уже под лопаткой хрустнуло, да? Плече, по-моему. Плече. Так, и еще раз вдох. Угу, все, расслабляй. Три раза так. И три раза вот так. Поднимай теперь локоть вот сюда. Угу. Больше локоть, чем плечо. Локоть вот так. Угу. Локоток наверх, назад. Все, выдох. Голову лучше туда, да. Не вот так вот. Еще раз поднимай. Прям совсем сильно не надо. Угу. И еще разок, третий раз. Все. Все, теперь проверяем. Есть тут боль? Меньше. Меньше уже, да? Угу. Вот теперь подосна, например. Мышцу вот, вот тут. Болезненно? Нет. С этой стороны? Да. Вот тут болезненно, да? Угу. Ну, давай теперь эту мышцу проработаем. Значит, берем руку. Вот так я держу, да? Ты поворачивай вот сюда. А, понял. Угу. Внутрь как бы заворачивай. Да. Вдох. Угу. Мы немножко ослабляем сопротивление. А, хрустнуло. Ой, хрустнуло даже, да? Ну, опять плечо. Вдох. Угу. То есть вот эта мышца получается на растяжение сейчас работает. Еще раз вдох. Выдох. И вот в эту сторону. Поднимаю вот так вот. Угу. Вдох. Выдох. Вот послабее, не обязательно так сильно. Вдох. Вот, даем сопротивление, выдох, расслабились, еще раз вдох, все. То есть мы проработали на вытяжение и на сокращение, вот так вот, да? Все, пускай руку. И теперь проверяем. Есть? Нет. Нет, не понял. Абсолютно нет. О, фокус. Вот это и есть наш фокус, фокус нашей работы. Поэтому меня зовут Гудвин, и вы приходите к нам, становитесь такими же волшебниками, магами, которые творят и чудеса и восстанавливают тела людей, делая их здоровее. Ну и вся жизнь будет налаживаться тоже хорошо. До новых встреч, друзья. С вами был Олег Гудвин.